Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами научимся рисовать бесшовный узор или паттерн. Вот у меня уже есть готовые птички, сердечко и ягодки. И сейчас мы их будем красиво располагать на нашей монтажной области. Моя монтажная область имеет размер 2100 на 2100 пикселей. Потом нам это значение очень пригодится. Увеличим наши элементы и расположим как нам необходимо. Есть два способа ручного расположения элементов. Это первый, как некоторые делают, ставят его посередине на угол, зажимают Alt и тянут до следующего угла. И также посередине его ставят. Здесь есть один минус, то что ты можешь не точно его разместить. Но мы этим способом пользоваться не будем, мы воспользуемся более точным способом. Выставляем нашу птичку как нам удобно и необходимо. Дальше поставим еще одну рядом. Вот так вот. И сейчас будем ее переносить на другую сторону. Выделяем ее правой кнопкой мыши, трансформировать. Перемещение. Чтобы горизонтально переместить ее на правую сторону монтажной области, нам необходимо выставить угол. Ноль градусов. И в поле по горизонтали ввести значение нашей монтажной области. Это 2100 пикселей. По вертикали мы ничего не вносим. Нажимаем на кнопку просмотр. И видим, как у нас будет перемещаться наша птица. Копируем. И все. Она у нас ровно переместилась. Теперь после обрезки краев, в дальнейшем, когда мы будем соединять и этот кусок, и этот, они у нас ровно соединятся, без какого-либо смещения. Дальше. Нам необходимо их разместить снизу. Выделяем оба объекта. Правой кнопкой мыши трансформировать перемещение. Теперь здесь по горизонтали мы убираем параметры и по вертикали ставим также 2100 пикселей. И не забываем менять угол. Можно его забить вручную. Или же при помощи мыши. Выставляем 270 градусов. Видим, что наши параметры сбились. Еще раз. Забиваем сюда 2100. Просмотр. И копировать. Все, наши птички теперь ровно встали. И при обрезке все элементы соединятся ровно в один, так как нам надо. Теперь мы разместили синюю птицу рядом. И видим, что ее голова выходит за границы, поэтому она должна появиться снизу. Также нажимаем на нее трансформировать, перемещение, ставим 270 градусов и наш размер 200. Просмотр, копировать. Все. Теперь поставим к ним сердечко. Пускай будет вот так вот стоять. И разместим остальные элементы. Давайте мы его поставим на край. И опять нам придется его перемещать. Перемещение. Теперь этот элемент должен появиться с этой стороны, с левой, поэтому также меняем параметры. Угол ставим 180 градусов и 2
1100, только уже с минусом, так как мы идем в обратную сторону, то есть должен спереди стоять минус. Смотрим, копируем. Все. У нас есть еще зеленая птичка. Мы ее поставим здесь посередине. И разместим наши ягодки. И раскидаем наши ягодки. Ну вот, в принципе, что у нас предварительно получается. Достаточно симпатично. И продолжим. Следующий шаг. Теперь для того, чтобы обрезать все, что находится за монтажной областью, мы создаем квадрат таким же размером, как наша монтажная область. Помещаем квадрат сверху монтажной области, используем инструмент выравнивания по горизонтали и вертикали. Цвет совершенно не играет никакой роли, можно сделать его белый, черный, это без разницы. И обязательно квадрат, который мы сделали, должен находиться сверху, поверх всех элементов. Выделяем все объекты. Правую кнопку мыши создать обтравочную маску. Все, наш бесшовный паттерн в принципе готов. Многие оставляют его так, в принципе это принимается на стоке, но многие их обрезают. Для этого мы выделяем наш паттерн, переходим в обработку контуров и нажимаем обрезка. Все. Теперь все элементы обрезались, и за монтажной областью у нас больше ничего нету. Проверяем информацию о документе после обрезки. Смотрим, чтобы наши контуры были все закрыты, то есть 0 открытых контуров, ну и не было шрифтов, здесь их в принципе нет. Все, дальше мы выделяем наш паттерн, перетаскиваем в образцы. Вот он здесь появился, квадратик с этим паттерном. И в принципе можем его удалить. Выбираем квадрат, рисуем любой размер и нажимаем на наш образец. И вот такой вот у нас паттерн получился. Для того, чтобы было видно, можем сделать подложку. Копируем, вставляем и заливаем белым цветом. Перемещаем вниз. И вот так вот у нас получилось. Дальше выделяем эти два объекта и растягиваем. Ну вот и все, наш паттерн готов. Получилось достаточно симпатично. И попробуем выложить его на фотостоке и заработать на нем денег. Всем спасибо, надеюсь, урок вам понравился. Пишите комментарии, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!
Thank you.